Всем привет, здравствуйте. Меня зовут Газизов Марат, компания Альпари в Санкт-Петербурге. Ежедневные обзоры финансовых рынков, торговля без индикаторов. Ну что, пятница отгремела, пятница 13-го, ничего страшного не произошло. Мы все живы, страна живая. Рабочая неделя началась. Традиционно, естественно, начинаем пару секунд внимания на предстоящую рабочую неделю. Важные события, которые имеют для нас важное значение. Естественно, смотрим экономический календарь. И в этом экономическом календаре видим следующие данные важные. Значит, сегодня у нас рынок будет малоликвидный, потому что в некоторых странах праздники какие-то религиозные. Там, скажем, Германии, Швейцарии. Вот, вечером с 15:30 начиная данные из США. Значимость у них не очень высокая, но вот обзор Банка Канады будет серьезным, являться будет серьезной причиной и волатильности по канадцу. Да? Ну, все понятно. Завтра во вторник большое количество новостей из Великобритании. Базы, самое главное, прошу обратить внимание на 11:30, это базовый индекс потребительских цен. То есть потребительские цены, вот, собственно говоря, вот такие вот ожидания будут завтра, да и сегодня. Но опять же, повторяю еще раз, все эти новости, особенно из Великобритании, надо рассматривать с точки зрения того, вернее, не особенно, а вот если вы смотрите английские показатели, то надо всегда помнить про 23 июня. Сейчас вроде как мнение разделилось 50 на 50, 50 за то, чтобы остаться в Евросоюзе, 50% за то, чтобы выйти из Евросоюза. В общем, там какие-то сомнительные подсчеты ведутся, какие-то публикации сомнительные постоянно происходят. Естественно, это вызывает достаточно серьезную изменчивость по курсу британца со своими основными конкурентами. Поэтому, ну, по большому счету, когда такая неопределенность, как правило, это давит сильно на национальную валюту. Потому что если бы все было бы однозначно, британец был бы, наверное, уже здесь. Здесь уже его давно бы не было. Да? То есть, ну, то, что ожидает выход Британии из Евросоюза, это отрицательный мотив для британской валюты. Ну и, соответственно, если останется в Евросоюзе, соответственно, это будет поддержка британцу. Далее. Завтра, ну, по большому счету, здесь также вы увидите большое количество важных новостей. Вот потребительские цены США. Я не знаю, почему они тут двумя звездочками отображены, но тем не менее я считаю, что это вызовет серьезное движение по американскому доллару. Тем более, что надо вспомнить, что в среду будут опубликованы минуты. Да? Минуты ФРС. Вот они, 21:00. Это будет протокол заседания, опубликован недавно заседание ФРС. Но в связи с тем, что мы видим, как рынок отреагировал на неповышение ставок не буквально пару недель назад от ФРС, и на этом фоне американский доллар начал укрепляться, соответственно, это будет являться некой такой поддержкой американскому доллару на этой неделе. Базовый индекс потребительских цен из Евросоюза, опять посмотрите, очень важные инфляционные показатели. По большому счету они являются некоторой такой вот, как бы, в зависимости от ожиданий. Здесь мы видим не очень хорошие показатели, но тем не менее, это все нивелируется именно протоколом заседания ФРС. В четверг большое количество новостей также из Британии и из Евросоюза. Собственно говоря, активная неделя. Как я предполагаю, ожидается, то это будет прекрасная возможность для того, чтобы воспользоваться этими показателями для входа в рынок, в основную тенденцию. Все, уходим из экономических показателей, идем в текущую ситуацию по валютным парам. Традиционно евро-доллар. Так, сегодня я немножко поторговал, тут пару сделок у меня закрылось некоторые руками, некоторые по стопу. В итоге неплохой трейд получился в 108 долларов. Но, правда, вот здесь, вот, конечно, вот это вот 30 долларов жалко, конечно, потерял. Тем более, что рынок пошел наверх. Ну ладно, собственно говоря, сегодня в 3 часа дня я возобновляю свои базовые принципы. Кому интересно,
обосную свои трейды, которые были у меня на прошлой неделе, и сегодня с утра успел поторговать. То есть комментарии по моей торговле, да? То есть кому интересно, присоединяйтесь. Ну а сейчас у меня осталась продажа по британцу, чуть позже по этому поводу поговорим. Значит, евро-доллар, недельный график, тенденция, наверное, сохраняется, признаков разворота вниз здесь нету. Торговля, активно торговля идет в верхней половине вот этого канала восходящего, рынок поддержан, да, две недели подряд цена падала. Вот, но вот в текущем моменте сейчас надо посмотреть на один момент. Вот, на дневном графике, вот то, что я вам буду сегодня рассказывать в комментариях к своей торговле. Ну, во-первых, здесь была вот один из моментов сигналов, да, пробитие опорной точки 14.94 здесь, вот, то есть если это А, Б, С, пробитие, сигнал тому, что рынок готов идти дальше наверх. Потому что тогда получается, что данная вот эта вот структура имеет трехволновую форму, да, то есть первая, вторая, третья. И вот ее пробой опорной точки означает, что это пятиволновка, это трехволновая структура. Здесь уже понятно, ну, кто-то может сказать, что тут и невооруженным глазом видно, что здесь 5 волн. Ну, то есть это косвенный признак подтверждения того, что, по всей видимости, рынок здесь готовится, может быть, к какому-то такому интересному подъему наверх. Да? Вот. Ну, тут уже цели я обозначил в районе 1.25. Хотя некоторые говорят 1.17, 1.20 и так далее. Но по моим расчетам цель 1.25. Вот, собственно говоря, даже, ну, может быть, чуть пониже, где-то в районе вот этой зоны, вот эта зона набора позиций. Вот. Вот эта зона приблизительно. Может быть, даже чуть выше. Ну, понятно, пока ситуация здесь также, признаков разворота вниз нету. И вот посмотрите внимательно, пожалуйста, канал идет, канал признаков разворота, тенденции на дневке нету. И вот что характерно, да, для такого подъема. Внимательно посмотрите, пожалуйста, когда цена обновляет предыдущие вершины, как цена корректируется. Да? Вот, ну, здесь была не очень внятная ситуация, но тем не менее, трехволновая структура была отработана ее. Рынок отработал идеально. Вот. Далее коррекционный откат, то есть с обновления вершины. Опять коррекционный откат в виде трехволновой структуры. Отработка ей отличная, а с обновлением вершины, пожалуйста. Вот. Правда, вот здесь вот косвенные коррекционные откаты были, но они были без пробития предыдущей вершины, поэтому мы их игнорируем. А вот после обновления предыдущей вершины, вот здесь, в этой области, коррекционный откат, посмотрите, имел явно выражен трехволновую структуру. И вот ее отработка наверх с пробитием опорной точки, идеальная ее отработка. В текущем моменте, после обновления вершины, посмотрите, коррекционный откат есть, структура готова. То есть я лично, почему, собственно говоря, я и пытался сегодня уже открывать позицию наверх по евро-доллару. Ну, так вот была попытка. В принципе, неплохая, но вот готовлюсь уже. То есть что, в чем здесь какая идея? Недельный график, то есть дневной график, посмотрите, имеет структуру, четко выраженную структуру ABC. И пока цена находится выше предыдущей впадины, это коррекционный откат от этого импульса наверх. Соответственно, как только цена здесь перестанет падать на дневке, если он начнет свой подъем, то при пробитии опорной точки это будет сигнал для входа в рынок в покупку с целью продолжения тенденции наверх. И возможно, здесь уже рынок может уйти в ускоренном темпе наверх. Потому что здесь как бы здесь уже преград как таковых нет. Данную вершину я не считаю за преградой. Собственно говоря, почему? Ну, это вопрос психологии здесь. Долго об этом говорить. Кому интересно, присоединяйтесь к моим базовым принципам, там я эти вещи рассказываю. То есть вот она, трехволновая структура, в принципе, готова при условии, если цена не пробьет предыдущую впадину. Поэтому на часовых графиках я ищу возможность для входа в рынок в покупку. И вот посмотрите, пожалуйста, то, что мы видим здесь. Вот она, эта структура часовая идет. Посмотрите, коррекционный откат. Здесь была попытка разворота тенденции, она оказалась неудачной. Но тем не менее, любой провал вниз к этой впадине, это коррекционный откат. Посмотрите, вот коррекция, коррекция. Здесь также была попытка развернуть тенденцию наверх. Был сигнал для роста, но рынок, еще раз обновив впадину предыдущую, не обновив ключевой уровень, возобновил свой подъем, сформировав зигзагообразную коррекцию А, Б, С гигантского характера. И как только цена пробила эту опорную точку, вот вызвало какое, посмотрите, движение наверх.
Здесь та же самая ситуация. Пока цена находится выше уровня 1.12, там 15, любое движение вниз — это коррекционный откат перед возможным ростом наверх. И причем характер коррекции, посмотрите, имеет явно замедляющуюся форму. Да? То есть здесь была коррекция, несмотря на то, что обновили. То есть вот замедление первое, потом второе замедление. И вот идет замедление, цена, да, отбилась от верхней границы канала, но пока еще не достигла нижней границы канала. Собственно говоря, вот почему я здесь искал возможность для покупок. Плюс цена залетела вот как раз вот пресловутую зону набора позиций. Вот я ее показывал. Это вот это двухфрактальное вот это вот непонятное образование вот здесь, вот, характеризующее перезагрузку всех структур до этого уровня. Соответственно, все, что до этого было, это не актуально в плане уровня поддержки сопротивления. Поэтому вот здесь вот была нешуточная борьба, соответственно, здесь был набор позиций, после которого реализация этой борьбы оказалась вот такое движение. То есть явно выраженный ход, явно выраженная попытка вот входа в рынок крупных денег. Поэтому рынок сюда и пришел, вот среднее значение, да, 1.13 где-то вот, то есть движение уровня 1.1270 является пограничным районом, за который я предполагаю выставлять стопы. То есть сейчас, вот, да, цена пока еще не развернулась наверх. Вот тенденция даже вот эта маленькая, она сохраняется. Пока разворота наверх нету. Но как только рынок здесь формирует некую модель для роста наверх, то стоп сразу буду вставлять за 1.1270, извините, вот за этот уровень. То есть буду искать любой провал вниз, буду искать возможность покупать, потому что, посмотрите, рынок пока что не очень охотно, несмотря на такое движение вниз, стремится к нижней границе канала. Тем более, что были попытки замедления тенденции. Да, можно попробовать, вот здесь вот структура есть, трехволновая, да, она актуальна. То есть можно попытаться здесь встать вниз при пробитии опорной точки. Но предупреждаю, что здесь это движение, оно интересное вниз, потенциал хода достаточно серьезный. Да, можно попробовать в рамках этой нисходящей тенденции здесь открыть позицию в продажу. И, наверное, я это буду делать, если цена с этих уровней пойдет вниз на пробитие этой опорной точки. Стоп-лосс, тем более, что он достаточно коротенький, вот, но надо быть крайне осторожным. Почему? Потому что я считаю, что уровень 13 это очень важный, крепкий уровень, который может, в принципе, остановить вот это вот падение вниз, и где-то с этих уровней рынок может сформировать вот такую разворотную модель. Но вот такой вот момент времени, то есть потихонечку торгуем вот эту тенденцию вниз, пробитием опорных точек, но в то же время надо понимать, что если цена не возьмет 12.70 и начнет здесь формировать разворотную модель, почему? Потому что, посмотрите, пожалуйста, еще раз, вот она тенденция, которая без признаков разворота вниз. И любое движение вниз — это коррекционный откат перед возможным ростом наверх. Поэтому цена и так уже достаточно серьезно свалилась вниз. Есть желание, есть возможность попытаться встать наверх, потому что потенциал хода здесь может быть очень хороший. Вот такого плана. Поэтому лично я буду готовиться к тому, чтобы здесь вот позиционироваться достаточно серьезно на долгосрок в плане укрепления евро против американского доллара. Смотрим, наблюдаем, торгуем и вниз торгуем, и ищем возможность для входа в рынок в покупку. Так, это евро-доллар. Смотрим британский фунт. У британского фунта несколько иная ситуация. Почему? Потому что у британца все-таки давлеет над британцем это референдум, который приближается с неумолимой скоростью. Это оказывает давление на британский фунт. Тенденция вниз сохраняется, посмотрите, признаков разворота наверх нету. Хотя, в принципе, может рынок, конечно, скорректируется более высоко, потому что признак разворота именно этого импульса здесь уже есть. Поэтому есть вероятность того, что где-то с какой-то момент рынок может вспомнить о попытке вернуться к верхней границе канала. Почему? Потому что рынок при этом падении вниз не достиг нижней границы канала. И вот этот вот канал, который здесь, он есть, он актуален на дневном графике. Поэтому, не исключая такой вероятности, тем больше на дневном графике есть структура, посмотрите, вот они, коррекционные откаты, есть уже вершины предыдущие, вот они. И вот, собственно говоря, если вдруг рынок разворачивается наверх, может быть вот такой вот хороший подъем. Но
опять же, посмотрите, в связи с тем, что рынок не удержался вот на этом уровне и продавил все-таки с закреплением ниже предыдущей впадины, да, то есть получается, что коррекция может быть более глубокой, да, но все равно это коррекционный откат вот к этой впадине. Тем более, что рынок тенденцию вниз сохранил на дневном графике, поэтому на часовых графиках то, что вот вы видите, да, торгуем то, что есть. Вот она, эта тенденция. Здесь была попытка разворота, я здесь даже вставал наверх. Но вот пробитие опорной точки, посмотрите, вот он тот сигнал, который на прошлой неделе генерировал, показывал вам, он себя реализовал, пожалуйста. Поэтому здесь та же самая ситуация. Я открывал позицию в продаже, вот при пробитии опорной точки, видите, позиция у меня открылась и открыто осталось. Правда, часть позиции я сократил. Вот. Но, тем не менее, тешу себе надежды то, что эта тенденция сохранится, продолжится и дальше. В принципе, здесь вот сигнал уже был, вот, повторно два раза пробитие опорной точки. Вот. Но сейчас, в связи с тем, что я несколько занят другими делами, я не могу мониторить текущую ситуацию, поэтому я позицию вниз не открываю, хотя, в принципе, пробую. Стоп здесь очень коротенький. Если я открою небольшим объемом, за вершинку сразу выставляю вот за этот. И тогда здесь я подтягиваю верхний стоп вот таким образом. Вот. Есть сигнал, посмотрим, что из этого выйдет. А, по-моему, здесь даже были пробиты предыдущие впадины, да? Да, по-моему, была пробита предыдущая. Нет, не была пробита. Ну, что сделано, то сделано. Стоп короткий, небольшим объемом. Решил попробовать вот эту плоскую коррекцию в плане продолжения тенденции вниз. Посмотрим. Так, это у нас британский фунт. Дальше смотрим. Российский рубль. Российский рубль сегодня открылся с гэпом. Неделя открылась с гэпом продолжения укрепления рубля российского. Но на дневном графике, посмотрите, здесь вот я желтым отметил. Желтым таким вот. Консолидация, как говорится, налицо, и боковая тенденция, она актуальна, да, то есть пока что вот рынок, сформировав предыдущую впадину, данную впадину, формирует на стадии формирования второй впадины в качестве формирования канала, как разворот этой тенденции наверх. Поэтому в этом узком канале торговать смысла не вижу. Буду искать возможность покупать тогда, когда рынок наверх выйдет за границы этой консолидации. Поэтому сейчас пока что комментариев больше нету. Продавать еще рано, вернее, продавать поздно, наверх вставать еще рано. Российский рубль. Дальше канадец. Канадский доллар на недельном графике. Здесь вот вышел нисходящего канала. В принципе, возможно, здесь он будет генерировать некий сигнал на разворот тенденции наверх. Посмотрите, такая же ситуация была здесь. Вот. Вышел за границу нисходящего канала, вот потом три свечки были в плане формирования второй впадины, и только потом разворот тенденции, этой тенденции наверх. Такая же ситуация была здесь, посмотрите. Долго формировали вторую впадину, вот она, вторая впадина, а потом уже после пробития вершины рынок развернулся. Здесь та же самая ситуация. То есть, вот, возможно, рынок достаточно долго будет формировать какую-то модель разворотную, то есть канал вот такого плана. И только потом надо ждать разворота этой тенденции. На дневном графике, в принципе, здесь вторая впадина есть уже, вот она. Но, повторяю, вот этот канал, который здесь формировался, он не соответствует ширине канала нисходящей тенденции. Поэтому, честно говоря, может быть, даже здесь, если произойдет пробитие предыдущей вершины, да, рынок будет поддержан. Но сказать, что именно сразу будет разворот этой тенденции наверх, для меня достаточно сложно. Но хотя, если это будет так, то есть пробитие произойдет предыдущей вершины, буду уже искать возможность покупать доллар, американский доллар против канадца. Но повторяю, пока что вот этот канал, здесь его рано строить, пусть рынок пробьет предыдущую вершину. Да, вот это вот. Тогда будем строить канал вот такого плана. Вернее, я его оставлю, но я его изображу в виде пунктирной линии, как ориентир, да, что, возможно, этот канал сформируется. Но пока его еще нету. Хотя вторая впадина есть, будем ждать. Пока что вне рынка. Ну, на часовых графиках здесь сложно сказать, что делать, потому что рынок достаточно серьезно ушел снизов, да, вышел из нисходящего канала, вот этого нисходящего канала, посмотрите. Тем более локальные пробои были. В этой ситуации торговать, ну, достаточно проблематично. Вчера я
вернее, на прошлой неделе вот здесь вот был некий сигнал на попытку входа в рынок в продажу. Но мы видим, что рынок, отбившись от верхней границы канала, все равно развернулся. Получается, что вот эта коррекция завершилась, рынок смотрит, пытается сформировать тенденцию, вот такую тенденцию наверх. Вот, ну, посмотрим, так что вне рынка по канадцу. Дальше смотрим швейцарский франк. Швейцарский франк неделю продолжает коррекционное движение наверх. Близко подошел верхней границы канала, недельный график, посмотрите. И здесь вот на дневном графике достаточно сложная ситуация возникла с так называемой расширяющейся формацией. Пробитие предыдущей вершины, пробитие предыдущей впадины. То есть вот рынок здесь формирует самую неприятную модель. Посмотрите, вот это вот верхняя граница канала, и в то же время выражена нижняя граница канала. Да? То есть вот такой вот обратный треугольник. Но я предупреждал, что на дневном графике для того, чтобы рынок пошел вниз, необходимо, чтобы рынок сформировал некое подобие структуры, как это было вот здесь. Вот АБЦ, пробитие опорной точки и обновление впадины. Вот, наконец, эта структура здесь, в принципе, уже готова. Вот она, эта опорная точка. Поэтому, тем более, что на прошлой неделе обновлена была вершина, теперь решается вопрос. Если цена здесь не удержится наверху и пойдет вниз, есть от чего отталкиваться в плане продаж, да? То есть где вставать вниз. Вот. Понятно. Потенциал хода у этого пробоя вниз будет достаточно хороший. Даже если цена не пробьет предыдущую впадину, то в принципе все равно ей будет возможность выставить без убыток, забрать часть прибыли и так далее. С другой стороны, вот эта вот структура, которая здесь в принципе уже готова, она может иметь большего размера, да, формат. То есть вот первая, вторая, третья, такого большого зигзага к этой вершине. То есть подъем к этой вершине — это все равно будет коррекционный откат. Потому что рынок после этой вершины обновил предыдущую впадину. Соответственно, это коррекционный откат, и уже только отсюда где-то может быть вот такая попытка движения вниз. А вообще здесь рынок, конечно, ломает всю структуру, потому что есть пробитие вершины, есть пробитие впадины. И что-либо здесь вот в этой ситуации делать достаточно проблематично. Но тем не менее, буду отталкиваться от того, что есть последний момент. То есть вот обновили впадину, тенденция идет наверх, это значит коррекционный откат перед возможным таким вот продолжением тенденции вниз. Структура есть, поэтому на часовых графиках, на швейцарском франке. Посмотрите, вот предыдущая вершина. Если цена, вот предыдущая вершина, после которой была новая впадина. Если цена с этого подъема наверх не обновит вершины, пойдет вниз, в принципе, это будет хорошей возможностью, да, вот здесь вот, встать в продажу. Либо дождаться, когда рынок, вот здесь вот некое подобие трех индейцев формирует, пробьет локальную впадину, да, вот более значимую локальную впадину. Ну, чтобы вам было понятно, как работает эта модель, пожалуйста, смотрите историю. Вот, значимый уровень был здесь, пробитие его окончательно похоронило попытку тенденцию наверх. Вот здесь вот, посмотрите, вот. Здесь также самая ситуация. Пробитие важного уровня, вот здесь вот, да, вот обновление впадины и обновление предыдущей глобальная тенденция вниз, да, вот здесь формирование. Здесь та же самая ситуация, вот. То есть, если без пробоя предыдущей вершины рынок возобновит и пробьет, возобновит свое падение и пробьет предыдущую впадину, пожалуйста, готовимся к хорошему падению вниз. С другой стороны, здесь, посмотрите, часовой график генерирует тенденцию наверх, пока сохраняется, но она, как вы видите, посмотрите, замедление. Здесь замедление, здесь замедление, и вот последнее движение наверх. И оно какое-то не очень живое, да, то есть вот рынок, да, идет наверх, обновляет вершинки, но как-то не очень охотно это делает. Поэтому, если цена вдруг подойдет к линии поддержки, то тогда, по всей видимости, в ближайший момент, в ближайшее время, должна наступить вот такая развязка. Сколько это времени займет, сказать сложно, но характер движения цены явно к этому, как говорится, благосклонно. Осталось дождаться, когда этот подъем закончится, рынок пойдет вниз, и буду искать возможность для активных продаж. Ну, собственно, все. Так, это у нас швейцарский франк. Смотрим дальше. Новозеландский доллар. Новозеландский доллар эту неделю начал подъем. Но я предупреждал, что по новозеландскому доллару сейчас у меня желания торговать нету. Но на дневном графике, вот посмотрите, интересная ситуация складывается. Есть канал наверх, вот такой широкий канал, пока без признаков разворота вниз. Данное движение, это как коррекция в этом канале наверх. Соответственно, ждем хорошего подъема наверх. С другой стороны, здесь вот в этом участке
рынок пока что идет в нисходящем коррекционном движении вниз. И была попытка ускорения этой тенденции вниз вот здесь. Вот. Соответственно, краткосрочно рынок может сформировать структуру 1, 2, 3 без достижения верхней границы канала. И отсюда где-то может начаться такое хорошее движение вниз. Поэтому надо будет сейчас крайне внимательно наблюдать за новозеландцем. То есть если рынок сформирует трехволновую структуру, возобновит свое падение вниз и пробьет опорную точку, я считаю, что это будет неплохая попытка того, чтобы здесь встать вниз вот, при отработке этой модели. Вот. То есть посмотрите, ускорение, коррекционный откат должен быть слабенький, при этом он должен иметь явно трехволновую структуру, и если цена не достигнет верхней границы канала, возобновит свое падение, встанет вниз. Поэтому я не знаю, часовой график имеет ли здесь рассматривать смысл, да, потому что здесь пока что, ну, вот пытаюсь я здесь что-то разобраться. Раз у меня не получается, значит торговать в этой ситуации я не собираюсь. То есть, тем более, что по новозеландцу, посмотрите, вот здесь вот достаточно проблематичные модели на разворот коррекционного отката в тенденцию, да. Посмотрите, ну вот просто очень сложная структура здесь формируется. Поэтому в этой ситуации лезть, наверное, не стоит. Поэтому я себе дал задание по новозеландцу больше не торговать пока. Идем дальше. Японская иена. Японская иена, недельный график, пытается продолжить коррекционный откат. Структура, в принципе, вся готова для того, чтобы закончить коррекцию и возобновить свой подъем. Либо с этих уровней, либо большего формата ABC, тогда в районе со 102 буду ждать подъем. Но вот краткосрочно, дневной график, посмотрите, тенденция вниз сохраняется. И при этом коррекционный откат, посмотрите, явно имеет трехволновую структуру. Если ни с того ни с сего здесь рынок обрушится, пойдет вниз, при пробитии опорной точки, буду вставать в продажу. Но предупреждаю, официальные лица Банка Японии уже несколько раз заявили о том, что они крайне внимательно и ревниво относятся к курсу доллара, то есть японской иены. Поэтому вот эти вот провалы вниз могут сопровождаться валютной интервенцией, которые могут снести всю эту структуру вот таким образом наверх. Надо быть крайне внимательным. Да? И вот на часовом графике рынок здесь законсолидировался, ушел в глухую консолидацию здесь. Что-либо здесь принимать, какие-либо действия, решения я бы не стал бы. Честно говоря, я ожидал, что после вот такого пробоя наверх, который был на прошлой неделе, я ожидал, что рынок... ракеты улетит вот к этой верхней границе канала. Этого не произошло. Раз мой план не сработал, поэтому смысл здесь что-либо искать для меня отпал. Поэтому пока вне моих интересов японская иена. Ушел из японской иены. Идем в золото. По золоту интересная ситуация здесь сохраняется. Тенденция готова в принципе развернуться. Но лично для меня не хватает вот такого резкого падения вниз. На недельном графике сформирование второй впадины для того, чтобы сформировался канал, как разворот этой тенденции наверх. А вот дневной график не дает такую возможность. И у меня такое подозрение, что это делается намеренно с точки зрения крупных игроков, в плане того, чтобы рынок уже, наверное, уже в принципе здесь сформировал тенденцию наверх. Вот такое подозрение. Потому что не хватает вот этого провала для того, чтобы потом возобновить свой подъем. Рынок генерирует трехволновые структуры и прекрасно их отрабатывает. Посмотрите, вот здесь вот, теперь вот опять трехволновая структура здесь есть. Пробитие опорной точки, я считаю, что это сигнал для дальнейшего роста наверх. Ну что ж, если такой сигнал возникнет, буду вставать наверх. Тем более, что не прошлой неделе на часовом графике. Да, вот интересная ситуация была. Вот, посмотрите. Вот три добоя было. Посмотрите, вот он канал. Раз, два, три. И наконец-то вот выродили вот такую тенденцию наверх. Поэтому краткосрочно коррекционный откат жду на часовом графике. Желательно, чтобы он имел выраженную трехволновую структуру. Если эта структура будет сформирована, то буду ждать вот такого движения наверх. Вот посмотрите, вот приблизительно, чтобы вам была понятна моя, да, вот, позиция. Когда рынок корректируется, на дне коррекции, посмотрите, вот они три маленьких добоя. Да? Раз, два, три. Три повышающиеся впадины, после которого формируется новая вершина. Здесь коррекция, тем более здесь ABC сформировался опять. Раз, два, три. Вот они три добоя. И когда рынок здесь последний раз корректировался в виде трех волн ABC, посмотрите, какое-то вызвало резкое движение наверх.
Здесь та же самая ситуация. Буду ждать вот такого вот провала вниз в виде трех волн, раз, два, три. И уже потом буду вставать наверх, когда коррекция здесь завершится, и рынок пойдет на обновление предыдущих шин. Это по золоту. Ну и последний австралийский доллар. Австралийский доллар, как и канадский, то есть новозеландский доллар, вне моего поля зрения. Что-либо здесь прогнозировать достаточно сложно, хотя недельная тенденция не сохраняет свое настроение. Да, вот. Но вот из-за этого вот этих вот свечек, которые здесь были в виде шпилеобразных движений, они ломают всю структуру. Как к ней относиться, достаточно сложно. Часовой график. Торгуем в этой ситуации тогда. Что мы, рекомендация какая? Идет тенденция вниз, она явно идет. Тут добавить к этому нечего. Вот она, тенденция вниз. Обновили предыдущую впадину? Обновили. Значит, соответственно, предыдущая вершина является верхней границей коррекции. Да? То есть это движение наверх до этой до уровня 74. Это коррекционный откат с целью, если цена не пробивает эту вершину, это тенденция вниз. Вот при этом подъеме ищем структуры. Вот, в принципе, здесь структура уже есть. То есть вот он, коррекционный подъем. Коррекция пока еще не завершилась. Но если цена с этих уровней, где-то с каких-то уровней, рынок возобновит свое падение вниз, можно вставать в продажу при пробое вот этой опорной точки. Вот, можно вставать в продажу. Но эта коррекция еще не завершилась. Не завершилась. Где она закончится, сказать сложно. Но, по крайней мере, понятно, что если цена с этих уровней пойдет вниз, надо вставать здесь в продажу. Собственно, все. Теперь отвечу на ваши вопросы. Если у вас такие вопросы накопились, давайте. Так, что у меня по британцу? Так, по британцу, я открывал позицию по британцу. Да, вот тенденция вниз давит. Ну, сложно сказать, насколько актуально это будет движение. Очень сложно сказать. Я жду, что все-таки вниз, потому что, посмотрите, плоская коррекция. Так, обновили или не обновили впадину. В общем, достаточно сложная, да, такая ситуация. Поэтому, наверное, я буду закрывать эту позицию, не очень. Не люблю, когда вот именно, закрою эту позицию, чертовой матери. Буду ждать вот эту реализацию этой позиции. Так, ну все, давайте ваши вопросы, мои ответы, и все на этом, да? Так, 5 минуты. Значит, еще раз, часовая японская иена, 5-минутный график. Так, ну все, в принципе, понятно. Вопросы, мои ответы. Так. Здравствуйте, Михаил. Марат, по фьючерсам на СМИ, верхняя граница цены по евро 1.1600. Этот уровень стоит контракты на продажу. Очень полезная информация, спасибо, Михаил. Таким образом, это усиливает мое настроение тому, что рынок 1.16, да, наверное, все-таки, раз там есть, как говорите, контракты на продажу, ну, соответственно, там денежка сидит, да, соответственно, туда и надо идти. То есть надо идти туда, где есть деньги, в районе 1.16, да, где-то вот в эту область. Значит, по идее, туда и надо идти, где есть деньги. Вот. Ну, это моя такая, может быть, ошибочная теория, но, тем не менее, для меня это именно так. Так, по фунту идет явное замедление роста инфляции, экономики Британии находится в стагнации, завтра в 11.30, для фунта ключевая статистика, по прогнозам ожидает снижение всех показателей. Да, вот почему, собственно говоря, здесь уже видно и по движению цены, почему ей предпочтительнее как раз и продавать. Британцы, посмотрите, неделя закрылась с пробоем отработки этой модели, теперь вот этот канал, он не актуален, актуален вот этот канал. Вот граница этого теперь нового канала вниз, потому что обновили впадину. Соответственно, торговать нужно в рамках этой нисходящей тенденции. Признаков разворота наверх нету. Любой подъем наверх, ищем возможность для активного. Ну, как вот сейчас я по британцу тут продавал небольшие объемы. Собственно, так вот. И потом, все-таки голосование 23 числа, это все-таки больше негативный фактор для британца, чем положительный. Но опять же повторяю, любое там какое-то исследование, обследование, да, с точки зрения сбора статистики, общественного мнения по поводу Евросоюза, будет, естественно, выбивать нас из рынка вот такими резкими скачками, скачкообразными движениями. Здесь наверх, здесь вот в пятницу вниз и так далее. Будьте внимательны. Дальше.
Нефть растет за счет пожара в Канаде, сокращение ставок Канады миллионов. Так, ну понятно. Дальше поехали по евро-доллару. Так, нефть. Курода не допустит рост иены. Да, я согласен, Михаил, абсолютно с вами согласен. Поэтому я и говорил, что несмотря на то, что японская иена достаточно уверенно смотрит вниз даже на дневном графике, но повторяю, что если тут технически, конечно, надо торговать в продажу, но предупреждаю о том, что здесь снизу обозначился банк Японии. Поэтому вот такие вот крайне осторожно надо продавать, потому что если будет интервенция, даже ваши отложенные ордера на закрытие позиции сработают очень плохо и будет закрытие с проскальзыванием. Будьте крайне осторожны. Еще раз повторяю, вот при движении вниз, где-то здесь на низах будет стоять банк Япония. Но для меня последняя цель, то есть первая цель, рынок достиг, это вот зона набора позиций здесь, по японской иене. И вторая зона, последняя, как говорится, зона набора позиций, сложно сказать, где-то вот, ну среднее значение этой консолидации, да, вот, где-то в районе, да, вот где-то вот в районе 102 и вот здесь вот 105, да, то есть, ну то есть текущая ситуация, вот она, где-то в районе 107. Вот эти две зоны, откуда, в принципе, я жду старта доллара против японской иены наверх, таким образом. Ну, торговать нужно то, что есть. Это мы предполагаем, что здесь может начаться интервенция. Поэтому это не значит, что не нужно ничего делать. Просто надо помнить об этой ситуации. Вот. Дальше смотрим. Так, кросс-курсы я не рассматриваю. Извините. Марат, по франку на часов локальный восходящий канал. Там есть опорная точка на бай. Есть ли смысл ходить в бай при пробитии? На часовой по франку. Ну да, есть смысл, да, почему? Потому что, ну посмотрите еще раз, здесь тенденция наверх сохраняется, тем более, что рынок в конце прошлой недели обновил предыдущую вершину, но характер движения цены явно поменялся. Вот то, о чем я говорил, вот, надо необходимо смотреть за характером движения цены. Почему? Потому что при отбое от нижней границы канала, посмотрите, во-первых, замедление, во-вторых, цена при пробитии предыдущей вершины все-таки не ушел наверх. Это значит, что явно здесь настроение, нету здесь явного настроения продолжения тенденции наверх. Посмотрите, как это было вот здесь, вот пробитие предыдущей вершины, какой резкий был подъем дальше. Здесь этого нету, явно замедление. Плюс после зигзагов, которые вот таким образом здесь формируются, рынок ушел формировать треугольную формацию. Вот. Поэтому здесь, да, наверное, имеет смысл покупать, но, повторяю, на евро-доллар я ищу возможность тоже покупать это, то есть поставать противоход. По швейцарскому франку это значит движение вниз, я ожидаю, то есть опосредованно через евро-доллар. Поэтому настроения покупать с текущих уровней нету. Давайте так, пусть понедельник немножко себя придет, адсорбируется вся эта вещь, посмотрим, что будет дальше. Сейчас я вот, да, сигнал есть, но честно скажу, покупать у меня настроения нету. Из-за того, что рынок явно утратил свой подъем, скорость, да, подъема наверх. Поэтому, ну, в общем, я не рекомендую сейчас данный момент покупать. Вот. Ну, собственно, так вот. Хотя сигнал, конечно, есть. Сигнал есть, но характер движения цены явно другой, поменялся. Вот. Так, ну вот, собственно, все. На этом я завершаю свой семинар. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Вопросов больше нету. Сегодня возобновляю свои базовые принципы. Кому интересно, нефть. Так, давайте попробуем. А что? А, нефть я не смотрел, да? Ну давайте попробуем нефть. Так, давайте нефть посмотрим. Так, а что? Давно не смотрел на нефть. Ну так, пока пожары идут в Канаде, нефть будет дорожать, естественно. Да, вот неделя. Ну, недельный график, посмотрите. Цена вышла из нисходящей тенденции, идет замедление падения. Да? Но это еще не разворот тенденции, потому что локальные вершины не пробиты. Поэтому данное движение воспринимаю как коррекционный откат. Вот.
Но тенденция наверх, коррекция еще не завершилась. Посмотрите, вот эта коррекция явно имеет признаки, вот обновили предыдущую вершину, поэтому тенденция сохраняется, но я считаю, что это все-таки коррекционный откат. Вот. Коррекционный откат, почему? Потому что признаков разворота тенденции здесь наверх, еще раз повторяю, нету. Признаком разворота здесь будет являться выполнение правил формирования тенденции наверх. То есть вот эта тенденция, вот если вы посмотрите гигантскую, вот она, впадина, вершина, впадина, вершина, впадина. То есть вот эта тенденция вниз, она еще не развернулась. И даже признаков разворота наверх здесь нету. Для этого необходимо, чтобы рынок вот таким образом сформировал вторую впадину, потом обновил предыдущую вершину. Вот только тогда здесь будут признаки окончательно глобального разворота тенденции наверх. Вот. Здесь этого нету. Вот этот вот канал, который здесь есть, он очень такой слабенький и очень узкий для того, чтобы развернуть эту тенденцию наверх. Поэтому любой подъем наверх, я считаю, что это движение наверх будет немножко иметь ограниченный характер. Но пока тенденция наверх есть, и, кстати, посмотрите, вот эти структуры даже на нефти неплохо себя реализовывают. Да? А, Б, С, пробитие, обновление вершины. Ну а что, после обновления вершины рынок обычно хорошо корректируется. Да? Здесь вот пробились, скорректировались, здесь пробились, скорректировались. Обновили вершину, значит, рынок нуждается в коррекционном откате вниз. Вот. Может быть, она будет вот такая коррекция, может быть, может начаться движение вниз. Но то, что после обновления вершины необходима коррекция, здесь понятно. Поэтому на часовом графике, да, или 4-часовом. Да, кстати, посмотрите, вот замедление было, да, вот замедление. То есть была попытка разворота тенденции, но вот из-за того, что, посмотрите, вот то, о чем я говорил, канал был здесь сформирован, но по ширине он явно не дотягивает до ширины этого канала наверх. Поэтому попытка была, но она оказалась неудачной. Необходимо, чтобы рынок сформировал значимую такой канал, вот приблизительно вот такого характера, да, то есть вот так вот, потом вот здесь вот. То есть он, необходимо, чтобы он соответствовал каналу восходящему. И тогда мы будем говорить о том, что здесь рынок окончательно развернулся вниз. Этого здесь нету. Коррекционный откат сохраняется на дневном графике, но я жду, что это движение в ближайшее время должно завершиться. И движение вниз должно начаться с хорошего падения. То есть тенденция наверх сохраняется, признака разворота пока нету, но явно идет, это как явно коррекционный откат, потому что рынок еще, недельный график, вот, при подходе предыдущей вершины, этот рынок движение вниз не развернул. Это коррекционный откат вот к этому падению вниз. Поэтому, вот, собственно говоря, соответственно, надо искать возможность ждать завершения коррекции и уход в рынок в продажу. Вот он, этот канал, соответственно, рынок должен сформировать канал разворотный, да, то есть замедлить тенденцию, пробить какие-то локальные впадины. И вот такого плана канал должен сформировать, должен быть сформирован вниз. Вот такого плана. Все, на этом завершаю семинар. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Кому интересно, встречаемся в 3 часа дня. И, собственно говоря, все. Всего хорошего, до свидания.